проходит международный саммит. Наши общинные вопросы мы в Армении решаем. И довольно-таки успешно. У нас изучается сам язык, ассирийский язык, в рамках государственной программы в нескольких школах. У нас сейчас обострились, естественно, международные вопросы. И ассирийская община, как являясь христианской общиной, на своих исконных землях, то есть в Ираке, они и подвергаются, как все христиане, гонению. Их изгоняют со своих территорий. Ассирийцы поднимают вопрос о создании ассирийской автономии в федеральном Ираке. Вопрос геноцида, естественно, уже более 15 лет международная ассирийская община поднимает этот вопрос. Некоторые страны это уже приняли. В 2010 году шведский парламент признал геноцид ассирийцев, армян и греков. Совместная резолюция была представлена так. Я должна, что Армения